А, ребят, всем привет. Блин, начинаю по новой записывать, потому что не нажал кнопку, столько всего говорил и не нажал. В общем, в центре МИР приехали сейчас. Опять же, кто будет возмущаться, нету с собой микрофона, не брал, там может будет плохой звук, ну извините, ребят. В общем, в центр МИР приехали с женой, и раз приехали, всегда нужно кого-то заснять. Будем снимать, наверное, сегодня Галю, потому что вы много просите, она такая популярная личность в нашем реабилитационном центре. Поэтому сейчас будем записывать. Итак, сразу со старта, смотрите, у меня такая маечка, крутая, зависимость, это не приговор. Это будут такие мерчи, будет такая одежда. А ну, Галь, сзади посмотри, давай еще раз. Вот так вот, зависимость это не приговор, я знаю как, и поэтому можете тоже заказывать такие майки, чтобы в нашей стране, ну, нас знали, нас понимали, что зависимые ребята, которые когда-то употребляли, могут жить по-другому, в радости, в чистоте. В общем, ладно, хватит болтать, лайк, колокольчик, подписку, поехали. Привет. Привет. Так, давай, по новой, как зовут? Меня зовут Галина, мне 27 лет, я с города Вологды, и с проблемой наркотическая зависимость. Что за наркотическая зависимость? Всякого разного рода наркотики, последнее время соль. Последнее время это сколько? Ну, лет 5, может быть. Я курила ее. Последнее время сильно. Ну, с периодичностью, с какой-то лет 5 я ее курила, а и где-то год, ну, внутривенно. Ага, внутривенно. Слышал? Лень, подожди, что-то ржатки до бумаги. Это что такое лежит здесь? Это письменная работа, там мы отвечаем на разные что за вопросы? Ой, всякие разные. Почему мы считаем себя лучше, чем мы есть? Ага. Как превратить стресс в друга? Ага. И составить из слова инструкция 40 существительных слов, чтобы буквы из данного слова. Сложно эти задания? Ой, я первую работу свою помню, это вообще был какой-то кошмар на самом деле. Я приехала сюда в шизофренических припадках еще. Я такую чушь написала, помню, что мне просто эту работу обратно сдала старшего центра и говорит, переписывай, потому что, ну, как бы у нас всякое пишут, но это вообще уже какой-то бред сумасшедший. А что там? Мастер меня просто отправит куда-нибудь в психбольницу. А что там бред? Я помню, что я писала, там какие-то размышления, там и в космос, и во вселенную ударилась. Мне просто несло там конкретно. Слышь, ну тебя так вот, я смотрю, подпоменяла, потому что вот ребята, кто, вот, знаешь, первые видео твои смотрели, мне все постоянно писали, что ты не трезвая. Она говорит, она не трезвая, она не трезвая, она не трезвая. Да. Вот последний ролик, когда я тебя записывал в классе, уже говорят, да, изменения с ней произошло. И, да, ни один человек мне уже не написал, что ты не трезвая, знаешь. Да. Тебя как, попустила или что произошло, не пойму. Да, попустила. Да? Ну, ты перестал в центре употреблять или уже давно употреблять перестал? Ну, попустил, ну как, остаются же какие-то побочки, очень серьезные побочки. Ну, побочки у тебя физические остаются. И физические, и, ну, там, и моральные, и психологические, и страхи там разные какие-то, и мнительность, и вообще куча-куча всего. Вот серьезно, я хочу, может, как-то подразобраться, что во мне действительно изменилось с момента приезда и вот до сегодняшнего этапа, потому что я тут уже как бы все вроде такая, я не помню, что там как было, как там было в начале особо-то хочется вернуться реально, вспомнить, какая я приехала, потому что была куча страхов, куча каких-то, ну, придумок, надумок. Ну что, например? И, ну, я вот сегодня как раз вспоминала, сегодня что-то вот молилась. Благодарю, кстати, всех служителей, которые меня достигали, те, которые люди меня вели в молитве в то время, когда, ну, я достигала, меня достигали, и вот, что я действительно оказалась здесь. Спасибо большое, почему-то сегодня вспоминала. И вспоминала, помню, Максима Чаликова. Я его, кстати, видел на конференции сейчас. Здорово, привет. Можешь помахать привет, он передать, привет. Он смотрит. Да, и я вспоминала, что у нас был с ним звонок, он мне звонил, в общем, мы общались по поводу того, что, ну, мне нужно поехать в центр, и вот он так общался, он что-то даже вот, ну, плакал во время этого диалога. Я думаю, блин, вот какие бессовестные люди, сидит там где-то сейчас в отеле просто, на отходниках после амфетаминов, в депрессии, просто лечит меня. А, ты думала, тебя лечит, да? Я думала, по-любому, что не может человек там просто вот переживать так за другого, что плакать прямо вот так. Я думаю, по-любому там на отходосе, на каком-то, на жестком. Сидит, блин, думаю, вот они, служителя. Слышно, а в центр приехала, что за сомнения у тебя были? Ну, что все против меня, то, что меня тут как бы снимают, что это реалити-шоу. А, кстати... Я снимаю или кто-то другие камеры снимает? Нет, другие камеры скрытые, конечно. Uh-huh. Вот, и я еще первое время думала, что, ну, блин, может, это, если это реалити-шоу, может, это какой-то приз будет. Я думала, что главным призом будет этот дом. Да? Думаю, господи, вообще, как этого добиться? Я такая всех девчонок вижу уже такими конкурентками, немножко соперницами своими. Думаю, блин, вот это вот беременная. Думаю, ну, ее по-любому, что-то голодной, да, думаю. Надо ее как-то обойти, чтобы...
дом получить, представляешь? Ну, вот такая всякая реальная. Ну, это херня. Долго у тебя было или потом, когда прошло это все? Я не знаю. На первый месяц вообще себя не помню, если честно. Как что тут было первый месяц, как что со мной происходило, я не помню. Ну, а сейчас как у тебя дела? Хорошо, мне дела. Все, окей, перестали вспышки гнева, сумки собирать, там, психовать, уходить, да, попытки перестали. Ухода. Перестали, все, я обрела мирное сердце. Я теперь каждый раз, когда хочу там вспылить как-то, вот там, девчонок сорваться, я думаю, не теряй мирное сердце, просто не теряй. Ты же знаешь, что после этого будут какие-то последствия. Вот какая-то депрессия, тяжесть, придется идти извиняться, что-то выяснять, там, еще что-то. Вообще, в принципе, настроение себе другим портить вообще. Ты 7 месяцев уже, 7 месяцев на реабилитации, сколько, ну как ты можешь там сорваться на каких-то на девчонок, но прибывших, то есть приходит какое-то знание, понимание. Внимание, и вот как бы все хорошо. Ну а так с кем дружишь в центре? Да ну со всеми понемногу, со всеми хорошо, в принципе, девчонками общаюсь. Вот. Ну а так, бывают какие-то воспоминания нахлынут, хочется употребить, или все уже нет, уходит? Нет, бывает. Ну бывает, в какие моменты это приходит? Когда спать ложусь. А когда начинаешь там мысли гонять, мечтать, вспоминать? Слава богу, что у меня очень хороший сон, меня быстро вырубает, но вот, да, приходит, когда спать ложишься, вот эта вот ночь, как это темнота, вот это вот все. Оно вот самое такое время, наверное, когда приходит, когда ничего не занимаешься, просто лежишь с пустой головой, ну, как бы я не гоняю, потому что знаю, что если я сейчас начну вспоминать там чего-то, то мне потом кошмары всю ночь будут сниться про употребление, потом это утро вот с такой вот головой. Мне, кстати, в центре тоже вот приходили желание употреблять, но это поначалу было, вот именно перед сном ложишься, свет да. выключают, когда пока ты еще не уснул, начинаешь вспоминать там самоупотребление, и вот как-то еще там приходили вот эти мысли, вот именно вот эти моменты перед сном. Поэтому, я, знаешь, что делал? Я начинал читать что-нибудь, пока свет горел, и пока там свет выключали, меня уже вырубало. Поэтому читаю. Книжки читаешь-то? Да. Много читаешь? Много. Что читаешь? Сейчас Достоевского читаю, «Преступление и наказание» дочитываю уже. Угу. Раньше, до этого я пытаюсь... Вообще, что думаю, Достоевский такой русский классик, такой знаменитейший, просто вот популярнейший, наилучший эталон считается во всем мире. Ну, блин, что в нем такого вообще? Я начала, кстати, вот по-другому смотреть на его произведение, начала его чувствовать. То есть его нужно не читать, его нужно чувствовать, с ним нужно переживать вот эти вот, все, что чувствует герой, что ощущает герой. Я провела какие-то параллели с Раскольниковым, там у себя во время потребления, то есть у него это паранойя. Вот короче, ты погрузилась, да? Очень была похожа на мою паранойю во время потребления солей. Я прям очень погрузилась, у меня аж мурашки все вспоминают. Классно. Читаю какую-то христианскую литературу, Библию читаю, план Победы церковный, наш, то, что мы в центре читаем. Помимо этого, там, еще там что-то дополнительно по откровениям пророка Даниила. А ты скажи, когда употребляла, ты много читала или нет? Я читала. А что читала? Валентина Пикуля я читала, люблю его, антиутопии какие-то, Оруэлл, что-то такое. Ну ты в нетрезво читала? Я любила травку накуриться и читать, там прикольно было, конечно. А вот, ну, по целями там, естественно, по чем-то таким, это не, ну, не представляется возможность. Хорошо, молодец. Ну а так, что какие предстоят мероприятия? Там куда-нибудь собираешься? Там походы, горы, в море? Я бы в поход сходила на горы. На море не хочу больше ехать. Сгорела? Я так вообще заболела после последней поездки. Это кошмар. Как заболела? Я вообще, ну, сильно заболела. У меня температура была там за 40. Я упала в обморок даже от температуры. Мне скорую вызывали. Да, и причем я не сгорела. То есть у меня не было никакого ожога. Но вот просто такое состояние, может, вирус какой-то. Вот, я переболела, и все. Вроде поправилась, и потом через неделю опять то же самое, короче. И что, на море не поедешь? Ну, поеду, если... А что, сейчас бархатный сезон, сейчас нету такой жары уже, мне кажется, это самое, в обмороке падать не будем. Да. Ну, хорошо, Галь, молодец, рад, что ты все идешь, не собираешься сбиваться с пути, все, путь выбрала, мечта есть, видение есть. Есть, мечта есть, много всяких меч, много видений, пока что нету какого-то точного, потому что наши планы Божьи не сходятся, но я много себе чего планирую. Ну, да, мечтаю, как это можно было бы. Ну, в трезвости жить, да, планируешь? А? В трезвости жить планируешь? Да, конечно. Зависимость – это приговор?
Нет, не приговор. И приговор, не приговор. Все не приговор. Нет, ну так ты много уже здесь видела ребят, которые преодолели зависимость, живут там. Да, мне кажется, у нас в последнее время вообще очень много людей выпускается. Я не знаю, всегда так было? Или вот как-то очень много, я слышу, что тот поехал в служение, тот поехал в служение, ребята сейчас поехали на миссию. То есть, ну вообще, ну, прям, меня это радует и очень вдохновляет, на самом деле. Мотивирует, да? Очень мотивирует, тоже хочу. Значит, поедешь. Да. Ты готова? Сколько тебе собираться? Куда? На миссию или служение? На миссию и служение. Да, ну все, я собрана, что мне собираться. Да? Да. Хорошо, молодец. Ты как настоящий солдат. Да. Так что все, молодец. Служу. Служу Богу, служу человечеству. Да, служу Богу, служу людям. Да. Все, молодец. Ну хорошо, есть опыт у тебя выздоровления, поэтому служи новым девчонкам, пока здесь, в центре, вот, делись своим опытом трезвости, он пригодится многим. Хорошо? Хорошо. Все, можешь попросить подписчиков лайк, колокольчики, комментарии? Что всем привет передаешь, потому что реально очень много людей тебя смотрит. Да, мне очень приятно, что вы смотрите, приятно, что оставляете хорошие комментарии. У меня подключились родители, наткнулись случайно на видео, начали смотреть. И, кстати, очень хорошо приняли, потому что, ну, в первую очередь, благодаря тому, что очень хороший отклик, реально очень хороший отзыв. Их не отпугало, не отпугнуло, что меня там называют какими-то плохими словами и тому подобное. То есть они действительно через вас понимают, что я в правильном месте, я сейчас в правильном положении. И, может быть, не так важно, что было раньше, если все можно изменить. Вот, я прошу писать больше хороших комментариев, не только мне, но и остальным, поддерживать родных наших, нас на этой реабилитации, вот, поддерживать Женю Пятницкую, ставить колокольчики, выводить видео в тренды. В топчики. В топчики с трендами. Да, ну все, давай, Вологде привет, Череповцу привет. Все, спасибо большое. Пока.